Это кажется. В русском, когда ты знаешь правила, тебе только хуже, потому что там столько исключений. Ну это да. Люди, которые различают тебя и тебя, это вообще, знаешь, типа... Вот так я различаю. Киберлюди. Чел, в чем проблема? Нет. Это каждый человек может различать. Нет, не различаешь. Да я тоже различаю. Чел, это самое легкое. Ты издеваешься, там буквально, ну, что полсекунды вопрос думать. Задаешь и все. Да, вопрос. Да, что делать, что... Или, ну, вот так. Что сделать, что сделать. Совершенно нет, не совершенно тоже изи. Что сделать, я что делать? Потом оказывается, что все кроме ящика различают все эти. Вы не понимаете это другое. В интернете так сказали, значит это абсолютная истина. Чего непонятно? Письмо еще лишь. По факту. Ну. Да я не могу. Когда Зенит, блин, давай выйдем с этого сервера, тут людей много. Нифига он умный. Пацаны, следуйте ему. Приглашение от мэра Лемье. Мой 1899. Месье приглашение, Килбур. Я очень рад нашему знакомству. Оксфордский университет добавил вас в друзья. Капец, ты умный. Приглашение, тебя в друзья добавляю. Можно у меня так же? Где, в Телеграме? Ты как знаешь, но... это если бы тебе выписали, знаешь, открытку, типа это как его... Открытку отправили с предложением, она такая приходит и вырывается тебе к дому, такая, ну чё, сучки, давайте развлекаться, знаешь. И становится, там, и становится твоим другом, блин. Wake up, soldier. It's time to stop. Now. Зачем? Потому что айтипедия так сказала. Кто он такой, чтоб не запрещать? Он создатель годовара. Продавец говна, да. Это тоже. Raid Shadow Legends, блин, рекламировать вообще. Блин, я все жду, когда он начнет рекламировать Raid Shadow Legends. Просто вот. Так он рекламирует уже. Когда? Подожди. Чего? Да он ладно! Рекламирует. Серьезно? Реклама уже была, да. Да, уже давно. На чертике. Но это подписка. Да. Ёкан, вот чисто объективный и неподкупный просто, ёпта. Он и ТикТок когда-то рекламировал. Не, ну ТикТок еще окей, но... Чего? ТикТок еще окей? Чел. Ну рекламировать ТикТок окей, потому что... Так, нихуя не могу. Пока не игра, блин, это нет, просто у меня другой вопрос, когда он это делал? О, Хасвин, такого не выйдешь. Может, это делал не он, а как бы бей-беги. Давай поменяем ой, не тусовку, а сервер. Тут много людей, пошикарим. Как на слове тусовка я начал бояться. Ваша тусовка взломана. Я так понимаю, что если Хасвин вышел с тусовки, он больше в него зайти не сможет? Не-не, сможет. Он сюда добавлен, кстати говоря, зачем? Я думаю, с Хасвидом не это как его, на ножах там. Да у них даже все сложно в отношениях, как бы. Ну понятно. Вы такие гачи прям. Да Хасвид вообще не интеллектуальный. Ты не поверишь, но так и есть. Хасвид вообще не интеллектуальный. Так а че он тут забыл тогда вообще? А вообще возможно исключать из тусовки теперь? Ну... Да. Никиту все еще могут исключить Sony, как бы тут без вопросов. Нет, мы договорились, его никогда уже не исключат. Ну, иногда если он скажет прям что-то жесткое. Человека-паука уважать как бы надо. После этих слов Никита покидает тусовку. Да-да-да. А Соня же прослушивает тусовки, подождите. После этих слов русскоязычной тусовки... Ой-ой-ой, Соня, извиняюсь, Соня, простите. Да, они тебя простят, у тебя же это, друг в Соне. Ну да. А этот друг, это и есть я. Я работаю с Соней. Если вы не видели мои фотки, то я Кен Кутараги. Те фотки, которые я вам подожди, мы видели фотки Николая, они точно пишут, как бы. Ну, волосы, может, и да? Кирилл и его шиза.
Волосы, нет, может, и да, но вот бицуха под вопросом. Ты видел, какая у него бицуха вообще машина? Давай я тебе свою отправлю. Ты там просто так вот так... Я сейчас не буду мерзко шутить, но вы, наверное, поняли, к чему я веду. Отправляй, отправляй. Сейчас. Блин, если это кто-то найдет в галерее... Готовься, Николай. А как ее можно в галерее найти, подожди? Правую или левую? А любую, которая более накачанная. Какой это, ты сам знаешь, что делать? Не, ну может он не делает, ты чё на него наговариваешь? Ты хочешь сказать, что он чужими делает, да? Тоже возможно. Сомнение. Знаешь, нажимаем кнопку, я нажимаем кнопку сомневаться, знаешь. А он реально сейчас сидит и фоткает. Вот вы рофлите, а он реально фоткает. Да. Кирилл. Отправляю. Кирилл. А Бенедикт, ты готов? Ты подготовился? Да, да, уже готов смотреть. Кирилл. Ебать! Что? Как ты это сделал, блядь? Стероидник. Блин, а почему ему нельзя Ярику скинуть, а? Он бы насладился. Я могу скинуть. А, скидывай. Подожди, а у тебя какая сеть не есть? Не, Ярик не хочет. Обидно. А Ярик, ты такое упускаешь? А чё там? Иногда лучше упустить. Кариму не скидывай. А чё, в смысле, не понял? Кариму не давай. А чё, а в смысле? А почему? Не понял. Извинись. Не извинюсь. Пошёл. Ты кто так? Ты не чеченский народ, чтобы он перед тобой извинился. Я башкирский народ. Извинись. Кстати, башкиры лучше, чем чеченцы. Фактом. Согласен. По фактам. Карим получил? Ебать. Уже все оценили, Ярик, мы ждем тебя. Так. Вот это я понимаю, так. Если вы хорошо приглянитесь, то на стене развешаны все мои грамоты. О, давай. У меня еще вторая стена есть. Они даже так чисто случайно в кадр попали. Просто глаз отвести невозможно, как бы чел. Приклеился. Это прекрасно, я смотрю на это уже 5 часов, знаешь, это... Нет, грамот так-то мало, грамот маловато. Я тебе сейчас все сфоткаю. Ой, давай. Блин, а у меня сестра, ёб, в крыше. Понимаю. Как вообще? Нет, ну а как ты так накачался, подожди. У меня вопрос. А никак, не знаю, само как-то. Ну скажи, пожалуйста. Сидел на бабушка пирожковой диете и каждый день писал... Знаешь, типа, по белорусский язык. Я так и накачался. Не знаю, просто, может, тот факт, что я много вешу, как-то повлиял на то, что, типа... А сколько ты весишь? Сколько ты весишь? Килограммов 60. Это много? Блядь, это типа много, да? Ярик, который это 80-90, блин, такой... Ну так подожди, ты уже солидный мужчина, а я 12-летний мальчик. Не, ну это еще ладно, но все равно, блин, ты вообще мало нафиг. Это прям, знаешь, тощий. Доска, Кирилл. Да, вообще. Нет, но мышцы мощные, Там есть диплом за окончание второго класса. Блядь! Чисто Лукашенко, когда узнал, что у тебя есть диплом закончения второго класса. Не хотите стать первого, вру. Не хотите стать моим преемником? Блин, подождите, он же может вычислить, в какой я школе учусь. Блядь. Сони ему в этом помогут. Уровень анонимности Кирилл просто. Согласен.
Кирилл. Увидел? Ну как, нормально грамот? Да, нормально. Пришел, увидел. Кирилл, вай, Рик, да. Что далек там? Посмотрел, какие у меня там грамоты? Нет, еще. Я тут держусь, выждаешь. Ну, ты возьмешь свои слова обратно по поводу количества. А если я ограблю левого незнакомца, что будет? Олег, что? Пойдет. Что, Олег? Чести пойдет и... Ну, а, Карим, я помню, как вы в покер с тобой играли, ты еще хуже.